Поэтому посмотрите внимательно, очень многие спортсмены острижены либо наголо, либо очень коротко. Вот. Но есть и любители, скажем, наш Ухов тоже любитель пышной шевелюры, считает, что она ему не мешает. Данил Теплаков тем временем снова тут театр мимики и жесты небольшой устраивает перед попыткой. Теплаков. Есть. Ну, что, хорошо, аккуратненько, чисто облизал. Пока не сбивал. Сегодня утром еще планку. Да, можно считать, что Теплаков прошел. Да, 2.29. С первой попытки сколько у нас взяло? Или еще не все прыгнули первую попытку?